обсудить, что у нас получилось. Будем запекать в духовке очень вкусно с овощами. Почистили. Так, кабачки, болгарский перчик и лучок. Хорошо еще добавить помидорки, но у меня нет помидорок, поэтому если у вас есть, добавляйте еще помидорку. Кабачки, лучок, перчик. Все на центр выкладываем. Рыбку нужно посолить и поперчить. Можно сбрызнуть лимончиком еще. Выпущу. И сейчас ставим духовку на 20 минут. 25 минут прошло. Теперь нам нужно открыть фольгу и ставим духовку обратно на 30 минут, чтобы у нас все хорошо запеклось, пропеклось, приготовило было все летнее и вкусненькое.